В городском округе Люберцы проходит конкурс «Люберецкая супербабушка-2023». В этом году в нем участвует 35 женщин. Каждая из них предстоит пройти несколько этапов, чтобы заслужить звание победительницы. Первый кулинарный уже позади. На самом вкусном этапе проекта побывали мои коллеги. И очень хотим, чтобы она победила. Она у нас самая классная, самая лучшая. С такой поддержкой никакие конкурсы не страшны. А когда задание сделать вкусный и полезный завтрак для внуков, тем более волноваться не стоит. Каждая бабушка знает толк в приготовлении еды. Это роллы с огурчиком, с ветчиной и с сыром. Самые полезные, самые вкусные, питательные. А главное, что нравится моим двоим внукам. Я его сама придумала, я дома такое готовлю все время. И все очень любят. Время на приготовление завтрака ограничено. На выполнение задания бабушкам дали ровно 20 минут. Без термальной обработки они должны создать одно или несколько блюд. Люди здесь проверенные, умудренные опытом. И, конечно, вот, судя даже по первым столам, уже все очень вкусно, красиво, сытно и полезно. Второй этап кулинарного конкурса – презентация блюда. Перед членами жюри непростая задача – выбрать самые вкусные, красивые и необычные. Выставляя баллы, они также обращают внимание на активность группы поддержки. Интрига будет сохраняться до самого конца, потому что у нас впереди еще спортивный конкурс, впереди у нас еще творческий конкурс. Впереди у нас конкурс красоты. Друзья, давайте сейчас все. Поэтому выиграют, они уйдут сегодня все победителями. Кроме этапов конкурса, всех участниц проекта ждут интересные встречи и поездки. А имя люберецкой супербабушки станет известно на праздновании Дня города. Луиза Игязарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.